бежим, ребята. Это горы, горы Самоа. Горы, заснеженные горы. Смотрите, как движем. Как в России прям. Да, аж не верится, как быстро все происходит в жизни. Только утром был на юге Франции. Было сухо, светило солнце, и вдруг зима, российская зима. Межев. Зима! Новый год! Снег! Настоящий снег! Во Франции вы не увидите снега! Во Франции нет нигде снега! Поэтому снег здесь редкость! Приближаемся к центру Межева. То есть к центру этой деревушки. Гуляют редкие туристы, потому что сезон еще не начался. Потихоньку-потихоньку отели начинают заполняться вот к Рождеству. Вот, декабрь только начался. И вот здесь 90% отелей еще закрыты. И по чуть-чуть вот люди начинают заезжать. Такая вот горная деревушка. Межев — это курорт, горный курорт зимний. И также сюда летом приезжают, но он не так славится летом. Летом здесь пешие прогулки по горам. Так как зимой, вот зимой здесь реально оживает жизнь. Вот сезон, когда начинается, лыжный курорт. Нормально здесь все горит, светится, переливается. Вот центральная елка центральной площади, как в Лос-Анджелесе. Просто видите, сезон еще не начался, еще идут вот установки всевозможные. Как в сказке, видите, уже так красиво, такая маленькая деревушка горная, французская. Вот, и здесь вот реально, здесь люди ходят, здесь такие толпы, гуляния. Здесь просто жизнь кипит. Вот, не то, что сейчас, а вот реально на Рождество, Новый год здесь просто вот реальный праздник. Сцена вот готовится, какой-то концерт. Видите, как красиво. И это только начало. Не нужны никакие декорации. Смотрите, как все занесло снегом. Красиво получилось. Это еще нет туристов. Вы представляете, здесь будет все забито туристами.